Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государство придумало для дальнобойщиков правила поведения в период пандемии. Если такой водитель вернулся из международного или внутрироссийского рейса, он должен самоизолироваться. Не обязательно на 2 недели, хотя бы до следующей поездки. В это время нужно находиться дома и соблюдать ограничительные меры, характерные для всех. Выход на улицу только с целью выгула собаки, похода в магазин или аптеку. Если же промежуток времени между рейсами небольшой, что такое небольшой не уточняется, шофер не вправе покидать кабину большегруза. Трасса 101. Российским властям предложили законодательно закрепить 3 вида нарушений ПДД – критерий, уровень опасности для окружающих. Первая группа – это незначительное нарушение, за которое следует только штрафовать. Вторая – проделки средней тяжести, за которые будет грозить денежное взыскание или лишение прав. И, наконец, тяжелая категория – специально для беспредельщиков, которых будут лишать прав, либо арестовывать, либо отправлять на исправительные работы. Трасса 101. Спрос на автокредиты в апреле в разгар самоизоляции в нашей стране снизился почти в 2 раза. При этом число займов, взятых россиянами на покупку машин с пробегом, выросло на треть. Средняя сумма кредита на приобретение нового авто составила немногим более 800 тысяч рублей. На приобретение подержанного – почти 550 тысяч. Трасса 101. Машиной какой марки вы владеете сейчас и какому бренду отдадите предпочтение в будущем? С помощью этих вопросов агентство «Автостат» выяснило лояльность россиян к тем или иным автомобильным маркам. В опросе поучаствовали около 2500 наших соотечественников. Больше всего голосов набрали «Лада» и «Вольво». Бронза досталась «БМВ». Также в первую пятерку попали «Мерседес-Бенц» и «Мазда». Реже всего упоминалась «Киа». Трасса 101. Компания Mercedes-Benz обещает выпустить в этом году новый E-класс с сенсорным рулевым колесом. То есть механические кнопки на руле заменены гладкими сенсорными панелями. Кстати, то, что они гладкие, немцев немножко беспокоит. Будет ли водителю понятно, что он активировал ту или иную функцию? Кроме того, такой руль оснащен датчиками, определяющими, насколько человек крепко за него держится. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.